Опять не ждали? Или погода виновата? Снег, наконец, выпал и вновь парализовал город. Самара в пробках. За день выпала месячная норма осадков. Ходить по тротуарам трудно, ездить по дорогам трудно. Предсказать, когда все нормализуется, чиновники берутся, хоть и осторожно. За сутки вывезли 306 тонн снега, как каплю из моря. Хотя все возможные силы вроде бы брошены. По 10-бальным пробкам весь день наши корреспонденты искали в городе технику. И вот что нашли. 9 утра, пробки, 9 баллов. Парализован не только центр, по всему городу движение со скоростью в среднем 5 километров в час. Снега в Самаре ждали долго, а он снова пошел неожиданно. Сегодня не видим коммунальной службы. То есть вообще, то есть, а как вот по тротуарам-то ходить, каково сейчас? Отвратительно с ребенком. Ребенок не идет по снегу. Так что мы не видим сегодня коммунальных служб. Как всегда, мы не готовы. Как всегда, у нас зима нагрянула неожиданно. Вот. Ну что ж, живем в России, вот, нам не привыкать. Агрессивно поменьше стало, все подснежники все уснули, дачники все вот, ну там, отдачились, и все летчики отлетались. Вот я думаю, вот дня два еще побудет так. Я столкнулась с сложностью сегодня спуститься по лестнице около дома. У меня не очень удобная обувь, зато очень теплая. И я крепко держалась за поручень, чтобы не надвернуться, потому что там было очень много снега, идти было практически невозможно. И так практически по всему городу. Не проехать и не пройти в Самаре с самого утра. Чтобы преодолеть сугробы, пешеходам иногда даже приходится выйти на проезжую часть, хотя из Самары уже вывезли 306 тонн снега. Где-то по областной столице ездит 295 единиц уборочной техники и работает 488 человек. Об этом заявили в городском департаменте благоустройства и экологии. За всеми уборочными машинами следят. Дополнительно установлено программное обеспечение на всех единицах техники, которые есть у подрядных организаций, установлена система ГЛОНАСС. Соответственно, в диспетчерской главного предприятия МП благоустройства у нас в департаменте организованы рабочие места, где вживую можно наблюдать работу техники. Соответственно, посмотреть треки, которые прошла машина, посмотреть, где он останавливался, скорость движения, какие операции выполнял, расход бензина, ну и, соответственно, все те параметры, которые нам необходимы. В первую очередь расчищают дороги, пешеходные переходы, дорожки и остановки. Перешли на круглосуточный режим. Правда, проделанную работу жители оценить еще не успели. 6 вечера, пробки, снова 9 баллов. Жителям Самары, судя по всему, предстоит набраться терпения. Долгая дорога домой – это как минимум на ближайшие несколько дней. По прогнозам синоптиков Приволжского гидромета, снег ожидается и в субботу, и в воскресенье. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев, Новости губернии.